Мужской сток марки Blend, размер L здесь указан. Так, далее тоже L-ка. Начали вот с больших размеров. Пока размеры большие, посмотрим, что будет дальше. L-ка, рубашка марки Blend. Кстати, мешки, если обратили внимание, повторяются. Такая же вот рубашка была и в других мешках. И вот такая же толстовка тоже у нас уже попадалась в других видеообзорах. Так, размер XL, марка Blend. Тут кроме Blend, по-моему, есть еще, попадаются другие марки, тоже есть. Так, но Blend, в основном Blend. Размер средний указан, M-ка. Жилетка марки Blend, маленького размера S-ка. Ветровка Blend, размер, сейчас посмотрю, пока не вижу, L-ка. Ветровка большого размера, XL. В основном размеры большие. Так, джинсы 32-32, указан размер, то есть средний получается размер. L-ка, это пиджак. Жилетка большого размера, L-ка. Так, футболка, по-моему, тоже L-ка. Так, 2XL, толстовка большого размера, рубашка большого размера, L-ка. Ну, большой, для меня L это большой размер, то есть российский получается примерно 50-й. Бывает, конечно, и побольше размера. XL, футболка и рубашка 2XL. А это мужской сток марки Blend. Так, шорты. Написано L. L-ка. То есть примерно 50-го размера джемпер. Так, это бомбер. Размер указан большой, L-ка. А рубашка XL. L-ка. Мужской теплый снуд. Джинсы марки Blend. L-ка написано, только L-ка, никаких больше пометок нет. Толстовка с капюшоном, размер L-ка, да, в основном большие размеры, в основном L-ки. Еще одни джинсы, размер 32-32, это толстовка маленького размера, толстовка с капюшоном, размер указан S. А XL, свитшот большого размера. М-ка, джинсовая рубашка среднего размера, то есть примерно 46-48. Свитшот 2XL. Это у нас футболка большого размера L-ка. XL. 32-32 указан размер на этих джинсах. Джинсы все одного размера. Так, теплый джемпер большого размера, тоже L-ка. L-ка. И последняя вещь из этого мешка. Джемпер теплый. Давайте-ка мы достанем, посмотрим. Потому что плохо видно. Так, теплый джемпер. Размер указан здесь маленький. S-ка. На этикетке. Да, S-ка. Это была последняя вещь. На этом все.